Люски такие все мирненькие. Ну, клев сейчас подупавился, и корюшки здесь достаточно мирные стоят. Есть подозрение на линка или присутствие линка или тайменя. Да, клюют. Хорюза хорошие такие есть. А вот его величество, линок большой клюнул, Андрюх. Я его даже сдвинуть не могу. Вот то, что я проговорю, хорюза крупная, и активность их уменьшается, что говорит о присутствии крупного линка или тайменя. Вот только я это проговорил. Смотри какой. Поможешь? Помогу. Помощь у зала. Припарковал линка. Снимай. Только сразу на верочку бери. Он сейчас рванет. О, брателя, спасибо за помощь. Ну, а куда же денешься? Я его так не заснял немного, как ты его. Там места тоже вроде перспективные. Но... Меня, блядь, подъебала катушка. Вот этот винт, я его даже на разбивой фиксатор перед рыбалкой посадил. Вот эта ручка. Она один хер. Падла выкручивается. От этого я кручу катушку вот таким интересным. Ну, данные вот эти катушки я вообще не понимаю. Сейчас я вот тебе положу, у меня эта поберушка не влезет. А там, мелко-мелко-мелко. Наоборот, это заебатая катушка, ты не врубаешься. Хороший линь, да? Смотри какой. Да. Вообще красавчик. Ух, нифига. Всем доброго времени суток, уважаемые зрители. Ну и в кануне Нового года традиционно я выхожу в эфир, и, как вы поняли по видео, речь пойдет про данную катушечку. Я тут буквально на 5 минут вставил такое видеоролик, чтобы вы посмотрели конкретно воочию, что на рыбалке происходит с подобного рода катушками и какими проблемами они обладают. Вот, эта катушечка у меня еще ни разу не рыбачила, она чуть-чуть не те, которые на видео, да, это уже чуть-чуть модернизированная катушечка, и сейчас я немножко про нее поговорим, да, и посмотрим решение ее проблем. Постараюсь быть очень краток, вот. Самая главная проблема, как вы видели, уважаемые зрители, это вот эта вот ручка, она откручивается вот здесь вот на таком вот винтике маленьком, шурупчике, да, вот, и в принципе у данных катушек откручивается все, начиная вот от этих винтов, этих,
и этих. Все это нужно садить на резьбовой фиксатор однозначно. Вот. Такие вот винты, да, коренные, скажем так, которые не подлежат, по сути дела, разборке в своей жизни, их нужно садить на какой-нибудь такой резьбовой фиксатор перманентный. То есть, ну, на конкретный. Вот. Винты такого порядка, которые при обслуживании будут откручиваться, соответственно, их садить на резьбовой фиксатор, который не перманентный, да, который можно будет потом открутить. Все это нужно сделать аккуратно. В некоторых видео я показывал на безинерционных катушках, как желательно и правильно в такие места наносить резьбовые фиксаторы. Повторяться уже не буду. Вот. Ну и скажу так, эту катушку подарил мне брателла. Вот. После той рыбалки, вернее, даже не после той рыбалки, прямо на рыбалке мы были несколько ночей, отдыхали в свое удовольствие, гуляли на природе, и все такое было замечательная рыбалка, прогулка и просто общение. И брателло так и сказал в видео, я, говорит, не понимаю эти катушки, они ему не заходят, и он мне ее подарил. Данная катушка это фирмы Хигаши. Вот оно написано. Но на самом деле и на Алиэкспрессе много-много подобных катушечек. Я вам оставлю обязательно ссылки, где можно купить на Алиэкспрессе такие же катушки. Ну и давайте озвучим еще определенные их проблемы. Мало того, что, как я сказал, все винты откручиваются, да, грубо говоря, но еще и на первой генерации катушек не было вот такого вот глазка. И здесь сделано, вот, видите, как бы вот с такими уголками, вот профиль, где наматывается леска, вот он, типа как трапеции, да, и получается леска ложится не очень корректно, и когда наматывается много лески, она имеет свойство соскакивать, но соскакивать не наружную часть барабана, где можно просто это легко распутать, а соскакивать вовнутрь, попадает в этот механизм туда и наматывается, и получается большой головняк у рыболовов. Вот. Потом они начали от этой темы избавляться, вот, и поставили вот такие вот глазки, да. Вот. На некоторых катушках эти глазки более меньшего диаметра, на некоторых больше. Но, скажу так, где меньшего диаметра, или даже как вот этот, нужно еще дорабатывать. Я обычно просто беру пальцем и подгибаю его туда, вот под самую эту, то есть, поняли, да. То есть, так, чтобы не задевало, да. Вот, как бы сказать, не мешало крутить. И как бы намного стараюсь ближе его туда подогнуть, потому что все-таки леска может обладать эффектом памяти, может все-таки соскользнуть, ну, вот здесь спушиться и туда пойти. Такое тоже бывает. От этого я из своего опыта сразу же скажу, я наматываю немного лески. На сегодняшний день появились уже более модернизированные катушки. Вот давайте посмотрим, какие сейчас продают на Алиэкспрессе. Вот я вывожу на экран. Смотрите, уважаемые зрители, видите, они как уже сделали грамотно. Они мало того, что сделали этот глазок, и вот чтобы его уже не прижимать, ничего, они его сделали на такой лапке, да. То есть, понимаете, чтобы уже как бы леска, ну, не пошла, то есть, как бы сказать, туда дальше. Ну, то есть, понимаете, да, то есть не смогла выйти за пределы, грубо говоря, вот это... Он держится на такие вот лапки сбоку, чтобы это как ограничитель, чтобы леска не попала в механизм. Вот. И сам дальше барабанчик, мы видим, если он туда и попадет, он сделан, как бы сказать, более гладко, никакой там это, ну, как защищающийся такой чехол, защищает механизм, чтобы не попадало. То есть, видим, что они тут уже предусмотрели кое-какие нюансы от данного типа. Также, что можно отметить, вот мы видим, дальше я вывожу на экран, мы видим, что они на самом этом винтике перевернули наоборот, да, то есть вот о чем идет речь. Вот, хотя они тут в принципе и так не мешаются, да, сделаны в потайн, а то, что они их перевернули с этой стороны, ну это только головняк, чтобы если будет откручиваться, то это будет на рыбалке сделать сложно. Нужно будет снимать катушку. Обычно холодное время может выпасть, да. Так что вот я хочу сказать, вот это, наверное, более приемлемый вариант. И что мы еще видим? Они на новых катушках начали делать вот эту вот ручку. Вот смотрим на экранчик.
начали ее утоплять туда внутрь, якобы чтобы она под пальцы не попадала и не создавался пальцами эффект затирания, да, ну и чтобы ну, никакой силы не создавалось, чтобы она меньше якобы откручивалась. Но на самом деле, если бы они сделали бы с той стороны клепку, да, чтобы там нечему было откручиваться, тогда да, ну также остался винт. Также остался винт. Видите, и если когда она уже открутится, да, и она утопленная вниз туда, то, ну, понимаете, закрутить это уже будет вообще шляпочная тема. Так что вы сами делайте вывод, как их новые доработки лучше или хуже. Ну вот, в принципе, такая вот катушечка, когда вот такой глазок утапливается туда внутрь, пальчиком я это делал, ну, изгибал этот язычок, и меня все устраивает. Также на этих катушках уже мы видим, появилась как бы такая дополнительная, что если у вас это открутится, да, ну, потеряется, будет вот такая запасная, и имеется еще такое вот резиновое кольцо. Сюда можно вставить леску, типа как язычок у катушки, сюда чик, леска вставляется. Давайте покажу на примере, вот где-то у меня тут кусочек лески. Ее можно, как бы, грубо говоря, просто, о, видим, да, вот просто зафиксировать. Вот, ну, достаточно полезная штука и в то же время как аварийная ручка. Также есть такой вот флажок у нее. Это, можно сказать, у нас переводит положение катушка в проводку, да. И дальше у нас уже переводит в обычный стандартный режим. Чтобы работал фрикциончик, все как положено. А тут все, фрикциончик отключается и катушка работает в проводку. Вот, ну, в принципе, видите, я сразу же начал разговор, сразу же с таких вот нюансов, что больше, как бы сказать, нужно на практике и наболело. А в принципе, уважаемые зрители, я скажу, так, данные катушки я использую именно для ловли хариуса. Рыбалка на хариуса у нас совсем не такая, как это может быть во всем мире, да. И на Дальнем Востоке рыбачат у нас вот так вот, как вы видели на видео. Вот, иногда применяются вот такие вот катушечки, уважаемые зрители. Вот, видите на экран. Но только вот маленькие, чтобы на ладошечку, как бы сказать, помещались. А не так вот, как идешь там на лодке там по речке, смотришь, рыбаки стоят, а у них там, блин, 5-тысячные, 4-тысячного китайские размера. Ну и китайские катушки там по шимановской классификации 4-тысячного размера, чуть ли не 5-тысячного, и они там хариуса машут. Она там весит еще полкило, еще удочка китайская полкило, они там стоят, там ноги, руки как у гиббонов по колено уже отвисшие, он то в левую руку, то в правую. Ну, это, скажем так, дело лично каждого, кто как там это все исполняет. Каждый, кто как хочет, а я как я хочу, да. Вот, и почему мне в первую очередь понравились именно такие катушки? Она алюминиевый профиль, очень легкая, и в то же время в ней есть фрикциончик, вот. Вот что меня, и, грубо говоря, подкупает рыбачить на данные катушки. На видео увидели, как это все прекрасно работает. Четко ты выставляешь вот этот фрикцион, как тебе нужно. И не нужно там пальцем поджимать или что. Просто делаешь подсечку, и крупная рыба в виде линка уже сама стравливает сколько надо. Ты потом это подматываешь, он делает рывок, опять стравливает. И безо всяких проблем происходит борьба. На катушках, грубо говоря, без нарционок, там вот эта вот душка, чтобы сделать проводку, да, там, или они, как обычно, грубо говоря, как делают, откидывают душку, это все разносит, потом они ее захлопывают, делается подсечка, выбирается слабина, сначала закидывает душка, потом при подсечке выбирается слабина, в это время линок муху выплюнул, все, рыба ушла, грубо говоря. Здесь как бы нет таких проблем. Также вот можно и сделать режим проводки, да, точно так же будет разматываться, и в случае чего просто чик, палец зажал, быстро подсек, переключил режим в работу фрикциона и пошел работать. Вот. Безнарационные катушки тоже, если не использовать в проводку, не откидывать душку, то в принципе тоже имеет место быть, работа фрикциона корректно все работает, но вес их, уважаемые зрители, совсем другой.
Вот. Кому-то заходят этой катушки, кому-то не заходят. То есть тут все вот такое вот. У каждого личное предпочтение. Вот. Но мне данная катушка прям заходит, да. Хоть она и из первой генерации, и сырые катушки. Есть и второй, и третий. Сейчас уже четвертая генерация, то, что вы видели на видео. Ссылочку я оставлю под все катушечки, кому нужно. Можете посмотреть. Конечно, китайская катушка, но в принципе сделана вполне себе. Именно у нас в Хабаровске вот эти вот хигаши стоят что-то за 1000 рублей. То есть цена, ну, некорректная для них однозначно. Вот, а на Алиэкспрессе это все просто на порядок, даже не на один. То же самое, гораздо все дешевле. Вот. Ну и в принципе давайте подберемся к сути вопроса. Сейчас я вам покажу, как можно, грубо говоря, вылечить данную проблему. Вот эту вот. Если вы даже пальцем так зажмете, можете открутить этот винт, да, и потом сделать резьбовой фиксатор. Я так и делал. Сколько можно, я вот так как пальцем задержал. Но усилий все равно не хватило мне, да, как бы затянуть, чтобы резьбовой фиксатор схватился. От этого здесь нужно просто сделать шлиц под обычную плоскую отвертку. Для этого мы такой вот инструмент и просто сделаем, уважаемые зрители, вот такой вот. Надрез. Вот и все. Мы видим, что ничего сложного вообще тут нет. И теперь можно взять по-человечьи обычную плоскую отвертку. Все под нее подходит. А с той стороны можно вставить крестовую, открутить. То есть вот вы понимаете, да, о чем я. Вот она откручивается. Нанести резьбовой фиксатор. И также это все с усилием протянуть и закрутить, уважаемые зрители. Вот, в принципе, самая такая вот момент решения вот такой вот проблемы. Видим, все хорошо, все красиво, безо всяких проблем. Какой еще нюанс? Смазку, конечно, лучше поменять, чтобы более на корректно работал мягкофрикционщик. Вот. И самое главное, если кто-то хочет рыбачить именно в проводочку, да, чтобы катушка легко крутилась, где смазана обычная густая консистентная смазка на оси, то лучше смазать обычным ойлом. Вот. Сейчас я покажу, где это. Сейчас я, уважаемые зрители, покажу, что нужно делать, что открутить и что смазать это. Для того случая, кто хочет ловить в проводку. Вот, откручиваем вот этот вот винт. Снимаем катушечку. И вот эта вот сама ось. Видимо, она смазана обычной густой смазкой. Ну, тут я уже не буду вам это все показывать. Тут, конечно, нужно все это промыть по-человечески сделать. Я вам просто покажу. Берется обыкновенный ойл синтетика. Но вот именно использовать силиконовую ойл я не советую, он чуть-чуть погуще от этого при холоде будет создавать затруднения. Обыкновенная, достаточно жидкая, чем жиже, тем лучше. Тут не нужно мудрить, обычная катушка. Мы вот наносим смазочку. Здесь смотрим, чтобы нас шип попал на свои зубья, трещотка так называемая. Все, и дальше закручиваем. Таким образом катушка начинает работать на порядок легче, чем на густой смазке. Переключаем нужный нам режим.
и мы видим совсем другой эффект. Катушка просто зашептала. Просто огонь. Совсем пошла. Вот теперь уже можно ловить в проводку. Вот, уважаемые зрители. При этом, когда все будете закручивать, не забудьте этот винт поставить на резьбовой фиксатор. Вот. Здесь желательно тоже поменять смазку. Ну, устройство в данном видео я не буду показывать данной катушки. У меня и не было такой цели. Я вот, как бы сказать, рассказал такие вот нюансы, да, и как с ними можно бороться, и что можно так вот по-бэрому улучшить в данной катушке. Еще раз хочу сказать, что в наших условиях дальневосточных для ловли хариуса эта катушка именно для меня, для моей философии и души подходит как-никак лучше. Вот маленький вес, есть фрикцион, возможность работы в проводку. Можно все доработать, сделать, и будет отличная катушка. Позиционируется она, скорее всего, везде как зимняя катушка. Но вот как для рыбалки зимой, я вот как-то ее не очень вижу, потому что тут вот есть такой нюанс. Вот он работает, фрикцион, да, вот я вот регулирую, вот он чувствуется с усилием. В то же время я тяну рыбу на себя. А если в это время будет рвать рыба, то как? Я ж рукой держу. А на безинерционке, понятно, может работать фрикцион, и ты можешь крутить на себя и в то же время работать фрикцион. Здесь такого не получается. Я тащу. Тут рыба, это какой рывок она должна сделать, чтобы вырвать у меня ручку из пальцев, да, а потом уже включится фрикцион. Ну, чуть-чуть некорректно. Ну, в принципе, тоже можно. Тоже можно, если вы чувствуете на подсечке, что рыба сильная. И как бы вот ее сначала отрабатывать фрикцион, когда она ослабляет, быстро подматывать, убирать палец от ручки, да, чтобы не щелкнуло, и опять двигаться. В принципе, у меня как бы на удочке происходит то же самое, но у удочки есть еще один нюанс, она длинная, да, 4-5 метров, и удочки хлыст очень хорошо еще амортизирует, отыгрывает, что в принципе нивелирует данный недостаток, уважаемые зрители. Ну, что осталось самое главное традиционно накануне Нового года, уважаемые зрители, поздравить вас всех с наступающим Новым годом, пожелать всем самое главное, как доказал нам этот год, крепкого здоровья всем вашим близким, и не только вашим близким, всем вообще, всем на планете Земля только желаю здоровья, чтобы все у всех все было хорошо, ну а остальное, я думаю, даже и нечего говорить, все приложится. А ко мне тут буквально вот-вот накануне забегал Брателло. Ну, вы поняли, который Брателло. Это многие его еще знают, как человек в немецкой кепке. Ну вот, занес мне вот такого очень качественного, хорошего напитка. Вот. Я его уже тут налил, дал ему подышать минут 10. Вот, и сейчас я его задегустирую. Видим вот такие вот красивые ножки на бокале. Сейчас я его послушаю. Классно, классно. Очень хороший аромат. И за вас, уважаемые зрители. Замечательный вкус. Ну, осталось самое главное теперь сказать. Все, кому понравилось, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь этим видео с друзьями. До свидания. До новых встреч.